Калининским межрайонным следственным отделом регионального СК расследуется уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Лихославля, подозреваемого в убийстве и изнасиловании девушки. По версии следствия, 16 июня текущего года мужчина направлялся в сторону города Лихославль, где по пути следования встретил ранее незнакомую ему 18-летнюю девушку, которая шла в сторону деревни Кузовина. Достоверно знаю, что девушка не сможет оказать ему должного сопротивления в связи с его физическим превосходством, применяя физическое насилие, а именно сжимая руками шею потерпевшей и перекрывая дыхательные пути последней, совершил ее изнасилование. Тело девушки обнаружено 17 июня у дороги Лихославль-Кузовина. Накануне в полицию обратились родственники потерпевшей. Дочь не вернулась домой. В тот же день подозреваемый был задержан и допрошен. Причастность к инкриминируемому деянию он признал. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. 20 июня суд удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета и избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается. На улице Горького областной столицы в результате столкновения автомашин «Волга» и «Ниссан» пострадали два человека. «Волга» собиралась повернуть через сплошные налево. В этот момент по правому ряду двигался «Ниссан». В результате столкновения пострадали оба водителя. После оказания медпомощи мужчины отпущены домой. Еще одно ДТП на проспекте Чайковского. Столкнулись три машины. «Грет Волл» и «Хёндай Солярис» разворачивались и не уступили дорогу встречной «Ладе». Пострадали водители, пассажир «Лады Гранты». Пострадавшие доставлены в больницу.